сколиоз. Говоря простым языком, сколиоз – это искривление позвоночника. Он делится по стадиям, то есть первая стадия фактически невооруженным взглядом незаметная. Для диагностики используется сколиоза первой степени, рентгенография позвоночника. Сколиоз второй, тем более третьей степени, заметно уже визуально. Пациент одно плечо выше другого, формируется сколиотическая дуга позвоночника. И уже сколиоз, так скажем, первой стадии, это уже повод идти к врачу. В лечении сколиоза используется в основном немедикаментозная терапия. Прежде всего, это мануальная терапия, прежде всего, это остеопатия. Потому что проблема сколиоза заключается в том, что это заболевание не столько позвоночника, сколько всего организма. Обязательно при сколиозе пусковым механизмом бывают патологии внутренних органов, бывает пусковым механизмом какая-то родовая травма. Это все нужно обнаружить, это все нужно скорректировать. Для успешного лечения сколиоза врач-остеопат проводит и визуальную, и пальпаторную диагностику пациента, и позвоночника, и внутренних органов, и черепа, и крестца, и копчика. И все найденные дисфункции должны быть устранены. В дальнейшем, когда уже устранены дисфункции, к лечению сколиоза можно присоединить лечебную физкультуру, плавание, физиотерапию и так далее. Thank you.